Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So this is Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 8. Lord Krishna shows the universal form. This is verse number 21. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, 10-ю песнь, 8-ю главу, которая называется «Кришна показывает вселенскую форму», текст 21. Калейна Враджата Пейна Калейна Враджата Гокуле Рама Кейшаво Джанабьям Сахабхани Бьям Рингамано Виджаратаху Калейна Враджаталпейна Гокуле Рамакешаво Джанабьям Сахабхани Бьям Рингамано Виджаратаху Калейна Враджаталпейна Гокуле Рамакешаво Джанабьям Сахабхани Бьям Рингамано Виджаратаху. Калейна of time. Временем. Враджата. Passing. Прошедшим. Алпейна. A very small duration. Небольшим промежутком. Гокуле. In Гокула. В Гокуле, в Раджадхаме. Раджадам. Рамакешаво. Both Balaram and Krishna. Баларама и Кришна. Джанубьям. By the strength of their knees. Коленками. Саха пранибьям. Resting on their hands. Вместе с руками. Рингамано. Crawling. Ползающие. Раджаратаху. Enjoy childhood play. Наслаждались детскими играми. Some translation by Srila Prabhupada. After a short time passed, both brothers, Rama and Krishna, began to crawl on the ground of Raj with the strength of their hands and knees, and thus enjoy their childhood play. Перевод Шрилы Прабхупады. Прошло совсем немного времени, и два брата, Рама и Кришна, стали ползать на четвереньках по земле Враджа и наслаждаться своими детскими играми. Purport. One Brahmana devotee says, Shrutim apare, shrutim itare, bharatam anya bhajitu bhava bitaha, aham hiram, aham hiha nadam vande kasalinda param brahma. Let others, fearing material existence, worship the Vedas, the Vedic supplementary Puranas, and the Mahabharata. But I shall worship Nanda Maharaj, in whose courtyard the Supreme Brahman is crawling. For a highly exalted devotee, Kaivalya, merging into the existence of the Supreme, appears to be no better than hell. Narakayate. But here one can simply think of crawling of Krishna and Balaram, the courtyard of Maharaj Nanda, and always merge in transcendental happiness. As long as one is absorbed in thoughts of Krishna Leela, especially Krishna's childhood pastimes, as Maharaj Pariksit desired to be, one is always merged in actual Kaivalya. Therefore, Vyasadev compiled Srimad Bhagavatam, Lokasajanato Vidvams Chakre Satvatam Samhitam.
from Srimad Bhagavatam 176. Vyasadeva compiled Srimad Bhagavatam under the instructions of Narada so that anyone can take advantage of this literature, think of Krishna's pastimes, and always be liberated. Shrutim apare, shrutim itare, bharatam anya bhajatu bhava bitaha, aham ihan nadam bande, yasalinde param brahma. Комментарий Шрилы Прабхупады. Один преданный браман говорит: Шрутим апаре смритим итаре, бхаратам анье бхаджанту бхава битаха, ахам иха нандам банде, ясья линде парам брахма. Пусть другие, страшась материального существования, поклоняются ведам и дополняющим веды Пуранам и Махабарате, я же буду поклоняться Махараджа Нанде, в чьем дворе ползает верховный Брахман. Для возвышенного преданного Кайвалья, слияние с бытием Всевышнего, подобно аду, наракаяте. Но просто думая о том, как Кришна и Баларама ползают во дворе дома Махараджа Нанды, можно постоянно испытывать трансцендентное счастье. Если человек погружен в мысли о Кришналиле, особенно о детских играх Кришны, как того хотел Махараджа Парикшит, он всегда пребывает в истинной Кайвалье. Вот почему Вьясадева создал Шримад Бхагаватам. Лока сьяджанато видвамш чакре саттвата самхитам. Бхагаватам 1.7.6. По указанию Нанды Нарады, Вьясадева составил Шримад Бхагаватам, чтобы любой человек мог приобщиться к этому произведению, думать об играх Кришны и всегда пребывать в освобожденном состоянии. Шрутим апаре смритим итаре, бхаратам анне баджанту бхава битаха, ахам иха нандам банде, ясья линде парам брахма. Ом агьян тимирандасья гьянаджана салакая, чаксу унмилитам йена тасмай шри гуруве намаха, шри чайтанья манобистам стапитам йена бутталай сваям рупа, кадам майям дадати свам падантикам. Нама ом вишну падая кришна престая бутталай, шримакти бхакти веранта свами ти намине. Намасте сарасвати деве гаудавани пачарине нирвишеша шуньявари пастьяттире сатарине. Панча каупа тарубисча крипа синду пэйбача патитанам бхавене бьо вайшнаве бьо намо намаха. Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Сивасиди Гор Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. So this is a very attractive section of the Bhagavatam, hearing about the sweet pastimes of Krishna as a little baby. Это то, что мы сейчас читаем, самый привлекательный, пожалуй, раздел Шримад Бхагаватам, в котором мы слушаем о удивительных детских деяниях Кришны. You see, when there's a little baby around, gets all the attention, right? Вы, наверное, обратили внимание, если рядом находится маленькие дети, то всегда они привлекают внимание вокруг, не так ли? Could be 50 people in the room, but there's one baby there. Everybody's, you know. Где-то человек 50 может быть в одной комнате, но если там хотя бы один ребенок, все прямо вот уделяют ему внимание. Mother is so happy, the baby's getting all the attention. И мать счастлива: о, на моего ребенка внимание обращают. And the baby, he knows also. He's getting attention. И ребенок тоже осознает, да, вот на меня обратили внимание. Yeah, so it's a kind of a feature of human nature to be very much attracted to little children. То есть это естественная часть, составляющая природы человека, привлекаться маленькими детьми. Especially if you're old. Особенно если вы уже пожилой человек. Yeah, especially grandmothers and grandfathers. То есть особенно этим занимаются бабушки и дедушки. They get real excited when the little kid's there, you know.
Они очень, как сказать, воодушевлены чрезмерно, когда маленькие дети есть. Ну и тем более это, если их собственные внуки. Они способны, наконец, опять проявить свои вот эти материнские и отцовские чувства. Моя мать гневалась на меня. Где внуки? You know, I got another program. Ну, извини, у меня, как сказать, свои планы. But my sister, she saved me. She had some children, so my mother was happy. So. Ну вот у меня есть сестра, которая, как сказать, предоставила моей маме внуков, поэтому она успокоилась. Because when they get parents get old, they just like, where's the grandchildren? You know, just. This is what we live for, you know. То есть, когда ваши родители становятся уже пожилыми, они фактически и живут ради того, чтобы дождаться, когда же внуки появятся. So you can think and imagine how attractive Krishna is in his little baby form. И если это осознать момент, то можно только себе вообразить, насколько же Кришна привлекателен в своем детском форме. Krishna's pastimes in Dwarka are sweet. Krishna's pastimes in Mathura are sweeter. And Krishna's pastimes in Vrindavan are the sweetest. И трансцендентные игры Кришны в Двараге необычайно привлекательны и сладостные. Они более привлекательны, более сладостные в Матхуре и самые сладостные и привлекательные во Вриндаване. And Krishna's, he's mischievous. Кришна озорной. Very mischievous child. Необычайно озорной. That makes the whole pastime even more exciting. И вот эта черта его характера превращает все его личности, как сказать, его деяния еще более воодушевляющие. So the parents, I mean, Mother Yasoda, she's always making sure that Krishna's not doing the wrong thing or not getting hurt, falling down or getting attacked by a dog or some animal. И мама Ясода постоянно переживает и начеку, чтобы с Кришной было все нормально, чтобы там он куда-то там не упал, чтобы вот дверью не прищемило, какое-то животное на него не напало и так далее. Now here Krishna's crawling on the ground. И вот здесь описание того, как Кришна ползает по земле. Hands and knees. На коленках и руках. He's so beautiful, even as a baby. Даже в форме ребенка он необычайно прекрасный. Sometimes you see a really tiny baby and you think, the beauty hasn't come yet, but it'll come soon. Ну вот иногда можно увидеть маленьких детей и так думаешь, смотришь на них и думаешь, так, ну им еще предстоит проявить свою полную красоту. You know, the kid is drooling. То есть там сопли текут, слюни. Crying. Плачет, естественно. But Krishna, when he cried, was like, you know, the Vedas. Like what? Like the Samaveda. Ну, когда Кришна плачет, это совершенно другую эмоцию вызывает. So his crying is like, you know, the sounds of the Vedic mantras. То есть его плач это равносилен звукам священных ведических мантр. And they play. They're playing in different ways. And they're having Krishna's enjoying. Вот. И Кришна с Баларамой играют различным образом, развлекаются. Does he forget he's God when he's in these little baby pastimes? И вот развлекаясь своими детскими играми, означает ли, что он совершенно забылся, что он Бог на самом деле? Yeah, he does. Да, можно сказать. He's not conscious of his God power, but if somehow or other he needs to play God, even as a baby, the God potency is just sitting on the side, ready to act. То есть он, да, забывает, ну, он наслаждается просто своими детскими играми, но если вдруг, даже будучи ребенком, ему нужно проявить свое могущество Бога, то вот это его свойство, могущество Бога, дожидается в сторонке, готовое пуститься в ход. That Krishna's all his energies automatically work according to his desires. Как гласит вот эта мантра,
все различные энергии и способности Кришны автоматически, естественным образом проявляются согласно его желаниям. But when he's in Vrindavan, he's in his Madhurya mood, he's very sweet, and he plays like an ordinary child, apparently ordinary. И находясь в Вриндаване, он находится в настроении Мадхури, необычайно вот этой сладости, и действует, как если бы он был обыкновенным ребенком. He steals butter, крадет масло, gives it to the monkeys, кормит его обезьянам. Sometimes he takes the butter and says, "Ah, this butter's not so good." Иногда он пробует масло и оценивает, не такое вкусное. That comes later when he's a little older. Right now he's just getting, you know, he's acting like a child who can't walk. Но это позднее наступит чуть-чуть. Сейчас он действует как ребенок, который пока еще не может ходить. And when he wants to walk, he gets up. Если он, когда он захочет ходить, он должен постараться встать. And then he falls. И потом падает опять. His mother gets excited. Oh, maybe he got hurt. И мать сразу беспокоится, о, может быть, он стукнулся сильно. And, his father says to him sometimes, "Bring my shoes." Иногда его отец просит его, принеси мне мои тапочки. So he tries to pick up his father's shoes, these wooden sandals. И вот он пытается поднять его обувь, вот эти деревянные сандалии. And they're too heavy for him. И они такие тяжелые для него. He has a hard time picking them up. Ему еле-еле удается поднять их. Finally, he picks them up and puts them on top of his head and starts walking with them, and he can't walk straight because they're too heavy. И в конце концов все, что удается, это поднять их, поместить себе на голову и начинает идти, но даже нормально идти он пока не умеет. His father is saying, "All right, come on, you can do it." И вот отец его поощряет: "Давай, давай, ты сможешь это сделать." So he's struggling to pick up a pair of shoes. И вот он видимым образом, как сказать, с трудом поднимает вот эти пару обуви. But he's maintaining all the universes at the same time. Но в то же самое время он поддерживает все большое количество вселенных. So this is Krishna. He's the best in all categories. Вот таков Кришна. Он наилучший в любой категории. Sometimes people say, well, you know, I want to have a baby. Иногда людям приходит мысль: хочу завести ребенка. I say, Ashibad, okay. Хорошо, пусть будет. I give you blessings. Дарую вам. I don't know if my blessings have any benefit, but since you asked. Обращаются ко мне, и я говорю: хорошо, вот вам благословение, не знаю, работают ли они на самом деле, нет, но раз уж попросили, я вынужден дать. But then you can make Krishna your baby. Но ведь все-таки вы можете и сделать так, чтобы Кришна вашим ребенком стал. He's ready to play the part of anybody in loving reciprocation, according to how that mood of devotee. Кришна готов играть любую роль в соответствии с настроением своего преданного. So I say, make Krishna your baby. И я тогда говорю: пусть Кришна будет твоим ребенком. They can't figure it out. И они как-то не въезжают, что это значит. If you just hear about Krishna's pastimes more and more, then Krishna reveals himself through those pastimes, and one can play Krishna's mother. Это означает, что если мы будем больше и больше слушать повествование о Кришне, то Кришна будет через это слушание проявляться все больше и больше, и в конце концов человек может даже матерью Кришны стать. The one I get all the time is, "Can you find me a husband?" Обычно статистически чаще просьба ко мне звучит: это можете мне мужа найти? Find me a husband. I said, "Make Krishna your husband." Типа, найдите мне мужа. Я отвечаю: пусть Кришна будет твоим мужем. You know, he's got a lot of other wives, but still, he can still reciprocate with you. Несмотря на то, что у него уже очень много жен, но тем не менее он полноценно сможет отвечать взаимностью и тебе тоже. And they ask me, "Well, how do I do that?" И тогда меня спрашивают: а как это устроить? I tell the ladies, "Just write them love letters, you know." И я говорю, отвечая вот этим девушкам: пишите Кришне любовные записки. It works. И это сработает. Krishna reciprocates. Кришна отвечает взаимностью.
I don't know how, but I know that he does. Я не знаю, как именно это сделает, но общий принцип такой, что он отвечает за имость. Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dana Pran, Krishna his husband, wife, son, any relationship you want with Krishna, Krishna is available. То есть, if you simply cultivate that mood of loving relationship with Krishna. В любое отношение, которое мы хотим видеть Кришну, Кришна может поставить себя по отношению к своим преданным, если мы будем культивировать такое настроение. And in that relationship, everything is perfect. И в рамках этих отношений все происходит совершенным образом. Because that's the original relationship. Все потому, что это изначальный тип отношений. We accept relationships in this world. У нас есть в материальном мире разные отношения. And there's a need for that. И живущие испытывают потребность в этом. But these are temporary. Но все это временно. And usually they have so many problems. И обычно в этих отношениях они сопряжены с большим количеством проблем. Sometimes I say, there's two things that don't go together. You know, you heard of that? It's called an oxymoron. No. That's the word, oxymoron. I don't know. Oxymoron is an English word that means two things that don't go together. Не знаете, обычно в этих отношениях все совершенным образом не укладывается. Есть такой термин оксиморон, я не знаю, что это значит по-русски, но смысл такой, что две вещи просто не способны ужиться друг с другом. Just like business ethics, that doesn't go together. Как, например, занятие бизнесом и этическая сторона, их невозможно уместить в одно. Honest businessman. То есть, например, искренний, честный бизнесмен. Two things that don't go together. То есть и то, и другое вместе не уживаются. A small crowd. Например, маленькая толпа. Happy marriage. Или счастливая семейная жизнь. These are all things I heard it from higher sources, so you shouldn't blame me for that one. Так сказать, меня не обвиняйте за такие высказывания, я это от высших авторитетов слышал. Yeah, so there's things that, you know, just don't go together. So things in this world that we somehow or other try to find happiness, they don't actually go together because they're always fraught with misery and their temporary, as Krishna says, Dukalayam Sasvatam. И как мы можем привести много других подобных несопоставимых примеров. И это общий принцип того, что если мы что-то пытаемся устроить здесь, в материальном мире, то здесь невозможно найти счастье, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, Dukalayam Sasvatam. Here it says that this prayer by this great devotee, he doesn't want to worship the Vedas in order to become free from the material fear. И здесь Шрила Прабхупада цитирует в комментарии молитву одного преданного, где он выражает свое настроение, что он не хочет возносить молитвы Ведам, чтобы достичь освобождения. People take up spiritual life for so many different reasons. А люди начинают заниматься духовной жизнью, движимые разными видами мотивации. Krishna mentions that in the Bhagavad Gita. И Кришна отмечает это в Бхагавад-гите. In order to get more benefit from material life. Некоторые это делают, чтобы получить больше блага от материальной жизни. Sometimes they worship the Lord to conquer their enemies. А иногда они даже поклоняются Богу просто для того, чтобы одолеть своих врагов. Or to become what we say rich. Или как мы для того, чтобы стать богатым. But most people come to spiritual life because they're suffering in material life. Но подавляющее большинство людей вступают на путь духовной жизни просто потому, что они страдают. But some people come because they actually want to know what is the truth. Но есть все-таки и такие люди, некоторые, которые хотят узнать об абсолютной истине. And that is the highest. И это самый высший тип. Here it's mentioned that these other reasons why people worship the Vedas, the supplementaries of the Vedas, the Puranas, the Mahabharata,
all or for some personal interest. И вот здесь в этой молитве говорится, что вот люди есть, которые поклоняются Пуранам, Ведам и так далее, но все это ради каких-то все-таки личных соображений. But here this verse, Srutim apare, Srutim itare, Bharatam anye bhajatam bhava bitaha. Aham ihanandam vande yasya linde param brahma. This doesn't really mention the author. Prabhupada says, one Brahmana devotee, he says, chants like this. What is he saying? И вот этот стих, который дважды звучит в комментарии к сегодняшнему стиху, как Шрила Прабхупада отмечает, что это сказано одним преданным браманом, не называя его имени, но что этот стих означает? I want to worship Nanda Maharaj because in his courtyard the supreme absolute truth is crawling like a little baby. Я, говорит он, этот автор, буду поклоняться Махараджи Нанде, в чьем дворе ползает верховный браман. And in order to understand these deeper, it says Vyasadeva compiles Srimad Bhagavatam, so we could go deeper into these wonderful activities of the Lord. И чтобы глубже осознать, почему такое желание у этого преданного есть, Шрила Прабхупада дальше объясняет, что Шрила Вьясадева написал целый Шримад Бхагаватам, чтобы мы глубже погрузились и смогли по достоинству оценить. Он прославляет Верховного Господа, который дарует счастье сердцу и уму. One verse in the Srimad Bhagavatam from the third canto, Satam Vritam, Satam Prasangam, Mama Virya Samvido, Bhavanti Ritkarna, Rasayana Katha. In the association of devotees, hearing and chanting the glories of the Lord gives real happiness to the mind, to the heart, to the ear. Как гласит выше процитированный стих из третьей песни Шримад Бхагаватам, слушание повествования о Господе в кругу преданных дарует блаженство и наслаждение сердцу, уму и ушам. And Prabhupada makes a point, he says, especially Krishna's Bal-lilas, his pastimes as a little boy. И особенно, отмечает Шрила Прабхупада, если слушают о детских вот этих играх Господа. It's so sweet. Everyone can identify with these pastimes. Он отмечает, они настолько сладостные и привлекательные, каждый обязательно привлечется. Because a baby is very attractive. When it's Krishna, it's Maha attractive. Вот, и потому что все знают, насколько привлекательны дети, а если это Кришна, то он сверхпривлекательный. So this, as it's mentioned, that to chant the holy names of the Lord is the Yuga Dharma, the means for self-realization and the direct way to purify the heart and mind. Описывается, что воспевание святого имени является юга-дармой и способом очистить ум и сердце от всей материальной скверны. Bhakti Siddhanta Saraswati says, we must accompany the chanting of the holy name with his internal energy, which is he calls the Sarup City, which is the pastimes of the Lord. Но Бхактисиддханта Сарасвати Такур отмечает, добавляя, что воспевание святого имени нужно всегда сопровождать, как он называется, сварупа сиды, то есть трансцендентная энергия, которая окружает трансцендентные деяния Господа. Krishna's pastimes are so sweet. We just heard about the killing of Trinavarta. Они, деяния Господа настолько привлекательны и сладостны. Совсем какое-то время назад мы слышали о убийстве Тринаварты. There's a class of people who read the pastimes of Krishna, but they only go for the, what we say, the pastimes of Krishna with his girlfriends.
Есть определенная категория людей, которые нравятся читать или слушать о повествованиях о Кришне, но они предпочитают исключительно те повествования, где Кришна взаимодействует со своими подружками. And they purposely avoid the pastimes of Krishna killing demons. И они осознанно избегают вот этих других игр, где Кришна убивает демонов. They like the, what they say, the esoteric Как объясняет Шрила Прабхупада, сам Чайтанья Махапрабху никогда не осуждал публично на людях вот эти сакральные игры Кришны в Вриндаване и Скопе. И все потому, что если человек не находится в очищенном полностью состоянии, то естественная тенденция неверно истолковывать вот эти игры, давать им не то значение или даже сравнивать это с чем-то материальным. Деяния Кришны, как начал это слушание, очень привлекательны. Кришна used to go out and play when he was a little older. He would never come home for lunch. Уже в более старшем возрасте, когда Кришна уходил играть, он никогда не возвращался, чтобы пообедать. He liked to play. Все потому, что ему нравилось продолжать играть. And to come home for lunch means to stop playing. Возвернуться домой пообедать, подразумевало прекратить играть. Well, you suddenly would get anxiety if you prepare a nice lunch for Krishna, and then you'd be out playing. И вот мама Шрила очень сильно начинала переживать, как я уже приготовил обед для Кришны, он все еще играет. So he wouldn't want to come back for lunch. И он совсем не хотел возвращаться, чтобы пообедать. So Purnamasi, she's the personality who is known as the Yoga Maya. She would make some arrangements for Krishna to eat. И Пурнамаси, как является олицетворением Йога Майя, она устраивала что-то, чтобы Кришна как-то поел. She would allow a demon to come to Vrindavan. Например, она позволяла, чтобы демон пришел в Вриндаван. And Krishna would kill the demon. Но Кришна убивал его. After he killed the demon, he was hungry, so he would go on. И вот после того, как он убил демона, он испытывал большое чувство голода, и ему приходилось возвращаться домой, чтобы пообедать. So it mentions, I think it's, I'm not sure what scripture, but it mentions that there were at least two demons a day that Krishna would kill. И не помню, к сожалению, где, но есть описание, что каждый день Кришна убивал как минимум по два демона. One in the morning and one in the afternoon. То есть один раз, один on schedule. And then Krishna would get hungry and come home for lunch. But once we hear about the regular demons that mentioned in the Bhagavatam are just a few of the demons Krishna killed. There were so many. Те, которые послушают Шримад Бхагаватам, это всего лишь небольшое количество из общего количества, которое Кришна убил в Вриндаване. One day Krishna killed the demon. Однажды Кришна убил Сиашвинбаба. И вот мальчики собрались, окружили Кришну, спросили: «Слушай, а как ты это делаешь?» Yesterday I beat you at wrestling and you were crying. Вчера я тебя поборол, и ты огорченный плакал. You killed this big demon, I can't do that. Ты убил этого большого демона, я вообще не могу это. Another boy said, yeah, I stole your lunch pail, you were also crying. Второй мальчик подтвердил: да, да, помню, я твой вилок с обедом украл у тебя, и ты расстроенный плакал. So they're all asking Krishna, how do you kill these demons? И вот подобным образом все они спрашивали Кришну: как же ты убиваешь этих демонов? So
Кришна ничего не отвечал. So to guess. И вот они начали высказывать свои догадки. He has this special secret mantra that he's not telling us, and he uses that and that kills the demons. И один мальчик, предполагая, высказал догадку. Наверное, у него есть какая-то особая таинственная мантра, которую он использует для убийства этих демонов, а с нами этой мантрой не делится. Another boy says, "No, that's not it." И другой мальчик говорит: "Нет, это вовсе не в этом причина." It's his mother. Это все дело в его матери. She puts all these amulets and armlets on his legs and arms, and she gives him the power, and he kills demons. То есть она навязывает на его тело различные вот эти амулеты, талисманы, которые даруют ему вот эту силу. So they're all guessing this way and that way. И вот все они вот так высказывали разные предположения. And Krishna says, "You really want to know?" И Кришна в конце концов спрашивает: вы действительно хотите узнать? Да, конечно. Так, воодушевлены. Так, сейчас Кришна нам расскажет. So then Krishna says, well, ну, when I was born, когда я родился, there was this great sage who came to see my father. Был один великий мудрец, который встретился с моим отцом. And he had a secret meeting with my father. И он втайне встретился с моим отцом. And he told him that your son, he's very special. И он сказал моему отцу, что твой сын очень особенный. He's as good as Narayan. Он равен Нараяне. In fact, he said he is Narayan. На самом деле он сказал, что он и есть Нараяна. So you want to know? I'm God. То есть вы хотите узнать? Все, вот вам ответ. Я – Бог. So Krishna says he's God. О, Кришна говорит, что он Бог. They all look at him and they're looking at each other and they're saying, oh, и они начали, как кстати, насмехаться. Смотрите, сказал, что он Бог. And they're laughing and laughing. Они смеялись, держась за животы. He's God. Смотрите, Богом себя назвал. And Krishna's laughing too. И Кришна тоже смеется. Everybody's laughing and finally they say, all right, let's go play. И так вот, отсмеявшись, они говорят: ну все, пойдемте дальше играть. There's a place where that pastime took place. It's called Hashyavan, and Hashya means laughter. И есть одно место во Вриндаване, которое называется Хасьяван. Хасья означает смех. If you go there, you'll just laugh. Если там окажетесь, просто посмейтесь. It's a very nice place for just laughing. Хорошее место, чтобы высмеяться. It's transcendental laughter. Конечно, тема должна быть трансцендентной. It's not like this laughing club that they have now. You go and you join and they teach you how to laugh, you know? Это не то, что, знаете, есть такие клубы смеха. Ты присоединяешься туда, и там вас учат, как смеяться. They have these programs now. They call them the laughing clubs. У них есть даже целые такие инициативы, программы, называются клубы смеха. Everybody's so miserable, they don't know how to laugh. Представьте, насколько люди страдают, что они даже уже забывают, как смеяться. Prabhupada had one assistant one time. Однажды у Шилпады был один слуга или помощник. He always had a sour face. У него всегда было такое очень кислое мина. Get him out of here. I'm tired of looking at his face. И Шилпада сказал другим людям: уведите его. Мне уже устал видеть его кислую рожу. He was never happy. Он никогда не было и момента, чтобы он был счастлив. Yeah, and so they have this club where people who can't laugh or want to laugh and don't know how. So they teach you how to laugh. То есть есть такие клубы, где людей учат, как смеяться, если ты не умеешь или, как сказать, не научился смеяться. Everybody gets around. То есть все собираются. And they say, "All right, now laugh." И тогда дается команда: ну все, смейтесь. So they И вот так, и не так. It's all artificial. Все это искусственно. And then they start laughing so much, they actually start laughing. И в конце концов, как сказать, раскрутившись, они вроде как и по-настоящему начинают смеяться. And you have to pay.
to laugh. И вам нужно платить за членство в этом клубе, чтобы смеяться. If you look at material energy, you can just laugh. It's funny. Просто достаточно взглянуть на материальную природу, можно рассмеяться. Это действительно смешно. I remember one time we were with one reporter from one newspaper, and he was taking us to different places, and he was doing interviews. Помню, мы были с одним репортером, который, несколько лет назад, который там водил нас по разным местам. So, you know, we were very serious. Мы были очень такие серьезно настроены. And some of the devotees had kind of like long hair. В те времена у некоторых преданных были длинные волосы. So one time we were sitting in the car, and he says, "They call you the Hare Krishnas, right?" И вот сидя в машине, этот репортер спросил нас: "Вас называют Кришнаиты, так?" So we said, "Well, sometimes they call us the Hare Krishnas." То есть Hare Krishna иногда нас называют. То есть это игра слов. Hare или hair значит волосы. Up to then we were very serious. До того момента мы были очень серьезны. Then we made that joke. И мы вот сами пошутили. He said, "Oh, you guys got a sense of humor." И этот репортер удивился: "Ничего себе, ребят, у вас же и чувство юмора, оказывается, есть." So, you know, devotees have to say something, you know. То есть преданным нужно что-то сказать. So we said, "Yes, Krishna has a sense of humor. Just look in the mirror." Да, ответили преданные. У Кришны есть чувство юмора. Чтобы понять это, просто взгляните на отражение в зеркале. That's Krishna's joke. Это насмешка Кришны. You want to come to this world here? Have a body. Хочешь прийти сюда в этот материальный мир? Вот тебе тело такое. I didn't choose that one. Прости, вот такое тело я не выбирал. You're stuck with it. Не, все, ты уже там застрял. Then after a while you get to like it, whether it's good or not. А потом уже как-то привыкаем, вроде ничего. But that's Krishna's joke. Here, have a body. Это вот шутка Кришны. You look in the mirror, that's me. That's not you. Вот такое тело. И мы, посмотрев в зеркало, можем понять, так это же не я. You know, ladies, they look in the mirror. Вот женщины так смотрят в зеркало. I don't know how they do it, but не знаю, как они это делают, детали, конечно. Примерно так. You're decorating the deity so nicely. То есть они как божество так украшают замечательным образом. And then you go out on, you know, parikram. И вот они потом выходят на парикраму, чтобы показывать. And you give darshan. You know? Дают даршан всем. Here I am. Разве не так? You ever see ladies sometimes? A guy will be looking at the lady, and the lady will. They gotta go. She'll go. No, the lady will be looking at the guy, and the guy will. And then when he sees her looking, she'll go like this. Вот иногда женщина смотрит на мужчину, и когда мужчина поймал ее взгляд, она так резко отворачивается. This is the material world. It's just so funny. И вот этот материальный мир, если разобраться, такой просто смехотворный. None of it makes sense. Ничего из этого не имеет глубокого смысла. So when we read Krishna's pastimes, they seem to be a little bit out of the ordinary. Но вот когда мы читаем о играх Кришны, это кажется иногда что-то необычным. But ordinary is not real, where extraordinary is reality. Но надо понимать, что то, что мы, так сказать, считаем вполне заурядным, это не является реальностью. В то время так необычное — это и есть реальность. So devotees, once we get attracted to hearing Krishna's pastimes, and how do you get attracted? Just by hearing, that's так вот, преданным необходимо просто привлечься к повествованиям о Кришне. А как привлечься? Очень просто. Просто слушать о них. If you just read or hear Krishna's pastimes regularly, and for a long time, after some time you think,
I don't want to do anything else. This is so nice. И вот когда преданные слушают и слушают или читают повествование о Кришне, через какое-то время они осознают, я вообще ничего другого больше не хочу читать. And Krishna is enjoying all these activities he performs. А Кришна сам наслаждается вот всем этой деятельностью. He's having more fun than anybody. Он сам больше всего наслаждается, чем любой другой, кто принимает участие. Even when he's causing trouble. Даже когда, казалось бы, он причиняет какие-то трудности. Ну вот, будучи маленьким мальчиком, ему нравится просто воровать масло. А был один дом, куда он постоянно приходил. Хозяйку этого дома звали Падмавати. Она была близкой подругой мамы Ясоды. И Кришна liked her butter better than Mother Yasoda. А ее масло ему нравилось куда больше, чем масло мамы Ясоды. So he would go and sneak in her house and steal it. И ради этого одного он всегда пробирался в ее дом, чтобы своровать. And she knew he was doing it. И она Падмавати прекрасно осознавала, что Кришна ворует у нее масло, но не так и не могла его поймать. So she would complain to Mother Yasoda. И вот она время от времени жаловалась маме Ясоде. Your Lal, he's stealing my butter. Твой Лала ворует у меня масло. Mother Yasoda say, why? Why are you saying that? We got nice butter here. И мама Ясода недоумевала, почему ты такое говоришь? У нас же куча своего масла. We have so much butter. Огромное so количество масла. Milk products. Разные молочные продукты. Mother Ясода was doubting Padmavati. Мама Ясода не верила в правоту слов Падмавати. So Padmavati thought, well, I'm gonna catch him. И Падмавати тогда сказала, хорошо, я его поймаю. So she made a plan. И вот она задумала следующее. Krishna, he comes through this window over here. Кришна обычно пробирается через это окно. She put some bells on the window. И вот она, как систему сигнализации, повесила туда колокольчики. So when he goes through the window, the bells will ring and I'll catch him. Когда он полезет через окно, колокольчики зазвенят, и я его схвачу. Then she was thinking, that's not good enough. I have to put bells on the butter pot. Ну а потом подумал, нет, этого недостаточно. Давай-ка еще колокольчики повешу на все горшки с маслом. So just in case I don't see him at the window, I'll catch him at the butter pot. Потому что если вдруг я упущу его, находящегося в проеме окна, то тогда рядом с горшками схвачу. So she put bells on the butter pot. И вот она повесила колокольчики тоже и на горшки. So everything was set. Все уже подготовлено было. So Krishna one day he comes to the house of Padmavati and he's with his friend Madhu Mangal. И вот однажды Кришна пришел к дому Падмавати, сопровождаемый своим другом Мадху Мангалом. He says, "Hey, Madhu." Говорит, эй, Мадху. This is the house with the good butter. Смотри, вот в этом доме очень вкусное масло. Let's go. Пойдем залезем. Madhu said, But there's bells on the window. Но Мадху сказал, смотри, а там же колокольчики на окне. Krishna said, don't worry, bells are my servants. Кришна сказал, не переживай, колокольчики это мои слуги. Bells don't ring. Krishna ordered the bells. И Кришна приказал колокольчикам не звенеть. So he opened the window. Он открыл окно. Bells are completely quiet. Колокольчики молчат. He goes in. В лес. It's a little dark inside. Немножко темновато. Krishna's got his effulgence. Но от Кришны источается сияние. Comes to the room where the butter is. Пробрался в комнату, где уже масло висит. Pots up high. Залез туда, они висели. Кришна там подставил что-то, типа стула, чтобы залезть наверх. So now he's grabbing the butter. И вот он, наконец, берет масло. И как только Кришна начал брать масло, догадайтесь, кто пришел? The monkeys! Обезьяны. Yeah, Dahi Loba. Dahi Loba. Dahi Loba. He's the king of all the monkeys. Он царь всех обезьян. He's always first, too. Он самый первый среди всех. Okay, so now he's ready, and Krishna's giving him
butter. И вот он готов уже есть масло, Кришна ему его кормит маслом. Кормит обезьян. And the pot, the bells are not ringing. А колокольчики на горшке тоже не звонят. Then he gives them the madhu. И тогда он кормит маслом маду. And then Krishna decides to eat some of the butter. И потом Кришна решает, дай-ка я и сам поем масло. So he takes a handful and starts eating it. И вот он берет пригоршню, начинает сам есть. And as soon as he did that, и как только он это делает, all the bells start ringing. Все колокольчики начинают звонить. Let's go! И спохватился, все, побежали. He jumps down and he runs out. Побежал. Madhu said, "What happened? I thought you told me the bells are not going to ring." Madhu спросил, что случилось? Ты же мне пообещал, что колокольчики не зазвенят. And the bells are ringing there now. А вот смотрите, нам тоже звенят. So the and then Krishna says, "I don't know." Кришна говорит, да не знаю вообще. So he says, "I'm going to call the demigods of bells and find out what's the story." И Кришна говорит, сейчас позвоню полубогу поддержки колокольчиков и выясню, в чем проблема. So he calls the demigod of bells, and this demigod comes, and he's all decorated with bells. И вот, как сказать, звонит полубогу, он появляется перед ним, он весь украшен колокольчиками, выражает свое почтение Кришне. And Krishna said, I told you not to ring. Кришна говорит, я же тебе говорил не звенеть. You rang. Ты прав. He said, my dear Lord, yes, that's true. Тот отвечает, мой дорогой Господь, да, это так. But you also told us, every time you eat, we have to ring. Но ты же нам говорил, что всякий раз, когда ты ешь, колокольчик должен звенеть. So Krishna's defeated. Так что Кришну победили в споре. And then the lady Padmavati, she comes running out of the house, she grabs Krishna. She said, "Now I got you. I'm going to bring you to Mother Yashoda. Mother Yashoda is going to punish you." И вот в этот момент выскакивает вот эта Падмавати, хватает Кришну и приговаривает: "Все, я тебя поймала наконец. Сейчас это до мамы Яшоды, она тебя накажет." And then she's thinking, you know, I have to pass by Nanda Maharaj. And he's so lenient, he never punishes Krishna. И потом она задумалась, так, мне придется пройти мимо Нанды Махараджа, а он настолько снисходительный, он никогда не наказывает Кришну. So she takes her sari and puts it over Krishna's head. So и она, что делает, берет сари и накидывает на голову Кришны. She's holding his hand, she's got her sari over his head. То есть она держит, продолжает держать его за руку, но накидывает край своего сари ему на голову. She's walking with Krishna. She comes past Nanda Maharaj. She goes in, sees Mother Yashoda. I caught him. Вот она прошла мимо Нанда Махараджа и, наконец, пришла к маме Яшоды и показывает, смотри, как обещала, я его поймала. And she lifts up the sari. Сдергивает с него сари. Mother Yashoda says, "That's not my son. That's your son." И мама Яшода говорит: "Подожди, это не мой сын. Это вообще-то твой сын." And she looks. It's her son. И та смотрит, действительно, это ее собственный сын. And she's confused, bewildered. Она сбита с толку. Mother Yashoda says, "That's okay. You go home and rest." И мама Яшода говорит: "Ну ладно, ничего. Иди домой, отдохни." So she's walking out. И вот она понурая уходит. And Krishna comes running up to her. И Кришна подбегает к ней. Says, "Next time you do that, I'm going to become your husband." И говорит: "В следующий раз ты такое сделаешь, я превращусь в твоего мужа." So Krishna's pastimes are always full of surprises. Да, так что вот игры Кришны постоянно полны вот таких вот сюрпризов. You could read the same pastime over and over again. И при этом можно читать одну и ту же описание одной и той же игры снова, снова и снова. And each time it's nice. И каждый раз это так замечательно. It's not only nice, it's nicer. Не то, что это просто замечательно, это каждым разом все лучше становится. Yeah, because this knowledge is transcendental. И все потому, что это знание трансцендентное. Well, we might use another word. It's dynamic. Другое слово можно применить. Это динамичное. Materialistic literature is static.
and mundane. Материалистичная литература, она является статичная и такая мирская, обыденная. So you can learn something in the material sense, and pretty much you can exhaust the knowledge. In other words, you get to the end of that understanding. То есть, читая или изучая такое знание, можно в конце концов, как сказать, присытиться и больше нового уже ничего не понимать. But not with Krishna's pastimes. It's dynamic. The more you read it, the more you become purified, and the more you become purified, the more you understand. And because it's unlimited, your purification is increasing, your knowledge is increasing, and your happiness is increasing. Оно потому что игры Кришны трансцендентные. Чем больше мы их читаем, тем больше мы очищаемся. Соответственно, в очищенном состоянии мы лучше можем понимать и больше счастья испытываем. И, соответственно, вот это идет дальше по нарастающей. Maharaj Parikshit, he was listening for 7 days. Махараджа Парикшит слушал в течение 7 дней. He didn't eat, he didn't sleep, he didn't take any water. Он не ел, не спал, даже не пил. And then, after some time, they came to the 10th canto. Sukadeva Goswami is about to begin the narration of the 10th canto. И вот, слушая, описание подошли к темам 10-й песни. Шукадева Госвами вот уже начнет 10-ю песню излагать. And Sukadeva Goswami turns to Maharaj Parikshit. He said, you want some water? You want rest a little bit? И вот Шукадева Госвами, поворачиваясь к Махараджа Парикшит, спрашивает, может, ты отдохнешь, попьешь или еще что-то? Махараджа Парикшит was so absorbed that he said, oh, now the Krishna's pastimes in Vrindavan. Please continue. А погруженный уже говорит, нет, сейчас уже пойдет тема о играх Кришны в Вриндаване, пожалуйста, продолжай. So, we want to hear more and more about the pastimes of the Lord. Then we can forget all the material problems. Then the problems go away because the problems are we're not hearing and chanting. That's the problem. И вот чем больше мы слушаем или читаем о Кришне, тем больше проблемы уходят, потому что, по сути дела, в чем суть проблем? Проблема в том, что мы не читаем и не слушаем. Вот и вся проблема. As soon as you start hearing and chanting more and more, you're feeling like, boy, there's no more problems. И как начинаем все больше и больше слушать и читать, тем больше понимаем, Боже, так проблем-то и вообще-то нет. And even if you have a problem with another person, даже если, казалось бы, есть проблема с какой-то личностью, the more you hear and chant, чем больше вы слушаете и воспеваете, the more you like the person, тем больше эта личность вам нравится уже. And there's no problem anymore. И, соответственно, проблем уже в отношениях нет. It's good marriage therapy sometimes, you know, in the marriage that this like some tension. You just get together and hear and chant the glories, and that's all goes. Это даже вот такая семейная терапия даже хорошая. Знаете, вот такие терапии проходят. Но достаточно просто сесть и вместе воспевать, и все проблемы уходят. You're fighting with your husband and wife. Ругаются там с мужем или, соответственно, с женой. So you say, let's sit down and hear and chant the glories of the Lord. А потом можно остановиться и сказать, давайте сядем и будем слушать и воспевать славу Господу. And then you're done, you say, all right, what were we fighting about? I don't know, I forgot. А через какое-то время после этого кто-то спохватывается и говорит, так, а о чем мы там ругались? Не знаю, уже забыл. Yeah, makes you forget all these material things. То есть вот этот процесс даже вынуждает нас забыть все вот эти материальные вещи. It's the, what we call, Prabhupada said, it's the panacea for all problems, hearing and chanting the glories of the Lord, all problems. Как Шрила Прабхупада говорит, что вот это слушание и воспевание является панацеей для всех. A-L-L, all capital letters. Все заглавные буквы В, С, Е. Stars and lights around. И, так сказать, звезды там из него светят. Все. Вот именно буквально все. All problems go. Just hearing and chanting the glories. And the sweetness of look what we're looking for in life becomes revealed. И не просто все проблемы уходят, но плюс еще мы по-настоящему испытываем вот это счастье и сладость, то именно, что мы ищем вообще-то в жизни. And this is Krishna. He's all attractive. И вот таков Кришна, будучи всепривлекающим. Okay. Any questions, comments? Yeah. Вопросы, комментарии? Yes, Prabhu.
Извините, большое спасибо за лекцию. С такой возвышенной темой на землю верну немножко. Вопрос. Пожилые преданные, вот если они имеют внуков, и у них есть привязанность, это нормально или нет? И на стадии ванапрасхи, как это, хорошо иметь такую привязанность или нет? The question is it a good thing for the elderly devotees who have their grandchildren to have attachment towards their grandchildren, especially if they're on a formal stage of vanaprastha, whether it is allowed to have attachment of their grandchildren? What is the nature of that attachment? А какова природа этого привязанности? Yeah. In relationships, there's always some attachment, but what is the nature of that attachment? В взаимоотношениях всегда есть, присутствует привязанность, но какая же природа этого привязанности? There can be affection there. Может быть, даже некоторая then любовь. Again, there has to be service. Но все равно должно быть присутствовать служение. Any relationship has to be, what can I do to help the other person? That's the basis of all relationships. А центром и основой любого вида взаимоотношений является сознание, что я могу практически сделать для вот этого объекта моей любви. Well, if you're moving into the vanaprastha ashram, and then gradually you move away from what we call no electricity. We move. Huh? Oh, the power is off. Okay. Just go on. If it's an ashram thing, then you have to see how to execute the ashram in such a way that you make progress in that execution. Но если вопрос стоит о том, что человек формально находится в этом ашраме, в анапрасте, то нужно в первую очередь размышлять, оценивать, как правильно выполнять свои обязанности в этом ашраме. A devotee has love for every living entity because they have love for Krishna. Преданный по своей природе, естественно, испытывает любовь к каждому живому существу просто потому, что он любит Кришну. But it's not about the body. Но эта любовь не направлена на тело. It's on the level of the soul. Это уже находится на уровне души. So we give up this bodily responsibility as we move into the ashrams of retirement and ultimately renunciation. Таким образом, мы уже отходим от привязанности к телу по мере того, как входим в ашрам отхождение от тела, в конце концов, полного отречения. Шрила Прабхупада. Можно Шрилу Прабхупаду вспомнить. He had his family. У него была семья. Even when he was a sannyasi. Даже когда у него он был саньяси. And sometimes he would send money. Иногда он им посылал деньги. Not much, just a little bit for the family. Немного, чуть-чуть для своей семьи. But it wasn't about bodily affection. It was about affection based on the principle of spiritual relationships. И это никак не было связано с привязанностью или любовью к телу. Это было основано на привязанности в духовных отношениях. So basically, we can look at it from different ways. But basically, my answer is, why have affection for those people who have bodily relations more than you have affection in general for all living entities? Ну, в принципе, это может присутствовать, но тут встречный тогда вопрос, почему это вдруг у человека тогда присутствует больше любовных привязанностей, основанных на теле, чем на духовных отношениях? Yeah. So, okay. Because of my bodily connection, there's more affection, but that's basically, that's material. Ну, хорошо, допустим, естественным образом, просто потому что тела связаны друг с другом, тут больше привязанности, но это все равно основано на теле, материально. But affection and service can be there to all living entities. But when you say, well, now I'm serving mankind and I have no interest in serving those persons who
are my family members, that's also a wrong mentality. То есть правильное настроение будет, что я проявляю вот эту любовь и, как сказать, привязанность, ну не любовь по отношению ко всем живым существам, но тогда стоит задуматься, а почему я тогда обделяю и членов своей семьи, если я могу проявить это ко всем живым существам? So one who is fixed in Krishna consciousness is equal to all living entities. А тот, кто уже утвержден в сознании Кришны, он одинаково относится ко всем живым существам. They don't favor one living entity over another, but they might interact with certain living entities and not with others. That's all. То есть это означает, что он не выделяет кого-то более особенно, чем другого, но практически это может означать, что с кем-то он вступает в отношения, но с кем-то нет внешне. So it's not about affection for the body, it's affection for the soul. То есть вопрос все равно сводится к тому, что вопрос не любви к телу, а любви к душе. That help? Как-то проясняет? Mm. Any other questions or comments? Yes, Mataji. Кришна, спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, вот если есть дети, есть точка зрения, что мы должны к ним относиться как к божествам, вот. Но если, ну как бы параллельно тоже хочется участвовать в процессах преданного служения, я не говорю о том, что дети как бы они мешают. То есть как правильно занять детей и как бы удовлетворить свою потребность в служении? Как удовлетворить что? Ну, свою потребность в служении, вот в слушании Шримад-Бхагава, там, возможно, ну, как бы вот... Имея детей. Да, вот как бы как балансировать правильно? Потому что иногда дети там не хотят идти на Бхагава, там, знаете, или там... The question is, there is a statement that... one's children for the devotees is basically like the deities. They need to be taken care of. At the same time, how to make sure you follow your own spiritual program, attend Srimad Bhagavatam, etc., and that part of your life is not ignored. Well, that requires some balance in our everything we do in life, we have to see what's important, what's secondary, what's not so important, and what's not necessary. Оценивая все, что из чего состоит наша жизнь, всегда нужно стараться оценивать, что является важным, что второстепенным, а что и вообще даже не так сильно важным. So taking care of children is important, can't be neglected. В частности, заботиться о детях — это важно, это нельзя пренебречь этим. Yeah, one of my god sisters, she wrote Prabhupada a letter saying, Prabhupada, I have some pujari work, but I also have my 2-year-old child, and I'm finding difficulty to do the pujari work. И одна из моих духовных сестер написала письмо Шриле Прабхупаде. Шрила, я мое служение быть пуджари, но в то же время у меня двухлетний ребенок, и я нахожу трудным выполнять полноценно свое служение пуджари. So Prabhupada said, child worship is more important than deity worship. И Шилпада, по сути дела, ответил ей, что поклонение ребенку, образно говоря, в данном случае является более важным, чем поклонение божеству. He said, these children are special. They're sent to us by the Lord to take care of them and to bring them up in Krishna consciousness. А эти дети особенные, продолжил он, этих детей послали нам, чтобы мы позаботились о них в сознании Кришны. But you still have to be Krishna conscious too. In other words, you still have to do your own spiritual practice. Otherwise, what can you give to the children? В то же самое время нам необходимо уделять внимание своей собственной духовной жизни. В противном случае, что мы можем дать детям, если у нас этого нет? So you have to balance. То есть вопрос стоит в балансе уже. And many times we find ourselves
being pulled one way or the other. И иногда мы обнаруживаем, что нас тянет либо в ту, либо в другую сторону. So I know with mothers with children, they always they have to see how they can find time to hear and chant and associate with devotees that still take the responsibility of raising their children. It's not an easy thing because children require, especially when they're very young, they require full attention. Я знаю, что это обычный вопрос возникает у замужних женщин с детьми, что нужно с одной стороны уделять внимание и своей духовной практике и много другим вещам, и в то же самое время самим детям. Да, это не так-то просто. It's not just service to the child, it's service to Krishna, who is Krishna's, who has come in the form of this. In other words, Krishna sent this child for me to take care, and that's my service to Krishna. А в то же самое время мы должны понять, что это служение Кришне. Каким образом? Что Кришна послал мне этого ребенка, поэтому теперь это мое служение таким образом Кришне, чтобы заботиться о посланном Кришне ребенке. It's devotional service, taking care of your children. То есть, по сути дела, это преданное служение, заботиться о своих детях. But then you have to know how to do it and how best to do it, you know. How best to do it, when to do it. При этом нужно хорошо понимать, как лучше всего делать и что нужно делать. You can't neglect your sadhana, though. Нужно стараться не пренебрегать своей садханой. Yeah. You have to do both. Нужно стараться и то, и другое делать. She's running out to check her child right now. Mm-hmm. She just went out. Она задала вопрос и ушла заботиться о ребенке снаружи. Her child is crying. She just went out. She understood my answer. Она поняла уже мой ответ, и я тут продолжаю. She already understood it. It's just natural instinct. Это она уже поняла, это естественный инстинкт. Yeah. The mother hears the child more than anybody can hear. Oh, very good. А мать понимает и слышит своего ребенка лучше, чем кто-либо другой. See, that child was just helping me make the point. Видите, вот этот ребенок помог мне, как сказать, утвердить вот этот момент. He cried at the right time. Он вовремя заплакал. So, yeah. And you can chant with him. You chant your japa, and he can chant. He can sit there and listen to you chant when you chant. Можно повторять свою джапу, и одновременно и ребенок будет слушать святые имена, которые вы воспеваете. Thank you. You answered the question better than I did. Видите, вы ответили на вопрос лучше, чем даже я. Hey. He's a little rascal, isn't he? Непоседа, да, такой? That's good. The Prabhupada said, child's naughty child is an intelligent child. Шилпада говорил, беспокойный ребенок — это разумный ребенок. Is that help? Помогает разобраться в этом вопросе? Thank you. Спасибо. Child is first. На первом месте ребенок. But still chant Hare Krishna. Но все равно продолжайте воспевать Харе Кришну. Yeah, that's it for the class. Okay, it's a little late. Thank you for your kind attention. Srila Prabhupada ki jai.